Обобрали опять дачный домик, вытащили двери металлические, ставни металлические, и все. Женщина весной еще вон заделывала раствором штукатурку. Ну теперь этот домик просто жесткий обобран. Порвали столбы, забор, ограждения. В общем, уничтожили сначала забор и сдали на металлолом. А теперь очередь дошла до дачного домика. Двери металлические, выбили шлакоблок и утащили. Мародеры, металлические мародеры, просто другого слова не скажешь. Лежит от забора, осталось одни тросики и калитка. Все металлическое такое, столбы утащили. Закончится этот произвол металлоломный, никто не знает. Милиция.